Итак, вы видите, у нас уже вырисовывается мотив, и, как вы обратили внимание, он уже у нас не фолдит, а достаточно ровный, хорошо ложится. Теперь, если мы с вами должны посмотреть на схему и определиться, где мы с вами находимся и что должны делать. Вот смотрите, мы с вами сейчас вот в этой точке завершили с вами вязание. Теперь мы должны перейти вот в этот столбик, 3 петли подъема и еще 2 столбика. Итого у нас их 3. Потом 12 воздушных петель закрепится вот в вершине вот этой такой бумбушечки, такой у нас получилось. Потом 13 воздушных петель столбиком с 2 накидами. Скорее всего, мы креплимся в большой вот этой петле, которая у нас заканчивается наш ананас. 5 петель, еще один столбик, и опять мы с вами движемся сюда. 13 петель бумбушки, 12 петель и столбики. Мы с вами находимся, вот видите, у нас теперь вот эти 3 петли мы должны, 3 столбика, вернее, сделать в этом ряду. Первый столбик из 3 петель подъема, второй столбик и третий столбик. Далее по ходу у нас вот эта вот такая красивая бумбушка. Мы вяжем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И столбиком без накида провязываем, не попались первого раза, столбиком провязываем столбик без накида. Теперь у нас идут 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я делаю 2 накида и под центральную, можно прям вершину, в центральную петлю я провязываю столбик с 2 накидами. 1, 5 петель, 3, 2, 3, 4, 5, 2 накида и еще один столбик. Так вот у нас с вами как бы формируется уголок. Теперь 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И опять вершина вот этой нашей бумбушечки. Далее 12 петель и 3 столбика. И так мы с вами по кругу. Итак, вот мы с вами ряд завершили соединительной петлей. И, как вы видите, у нас уже вот есть углы нашего квадрата. Видите, вот они вырисовываются. Теперь мы должны закончить, оформить наш квадрат так, чтобы он уже выглядел точным квадратом. Давайте посмотрим на схему. Сейчас я подъеду немножко ближе. Так, мы с вами вот в этой точке. То есть мы вот соединились. И теперь нам нужно сделать 5 петель. Вот эту цепочку из 12 петель мы должны провязать с 12 столбиков без накида. Опять сделать 5 петель. И мы начинаем с вами обвязывать 13 воздушных петель столбиками. И вот этот уголок, арочку из 5 воздушных петель. Сейчас мы с вами сделаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И я провязываю, ну, сначала, наверное, закреплюсь вот в этом столбике столбиком без накида. И теперь у нас 12 столбиков без накида на цепочке. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, давайте 12 сделаем прямо в саму вершинку. Вот мы с вами обвязали. Далее у нас идут столбики с одним накидом. Но, для начала мы 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. И мы с вами давайте начнем вязать столбики. 1, 2, 3, 4. Я сделала 5 столбиков с одним накидом. Сейчас мы с вами сделаем 5 столбиков с двумя накидами. 1, 2, 3, 4. Вы можете сами по схеме определиться, сколько вам хочется столбиков, допустим. Вот у меня еще 5 столбиков с двумя накидами. Теперь я делаю 4 до вот этого столбика. Я сделаю 4 столбика с тремя накидами. 1, 2, 3 и 4. Давайте прямо четвертый сделаю вот в этот столбик, так чтобы у нас выровнялся весь наш вот этот ряд из столбиков. Четвертую мы с вами вязали прям сам столбик, и теперь еще 3 столбика с тремя накидами мы сделаем прямо вот в эту арку из 5 воздушных петель. 1 столбик, 2, 3. Теперь 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 3 накида. И опять мы сюда с вами вяжем 3 столбика с тремя накидами. И в обратном порядке на второй стороне тоже вяжем столбики. 3. Вот мы оформили с вами уголок. И в обратном порядке мы опять с вами провязываем здесь. Я сейчас хочу просто акцентировать ваше внимание на обвязке именно самого угловой части нашего квадрата. Здесь у нас, как мы с вами уже оговаривали выше, определенное количество столбиков. Да, и вот в арочке из 5 воздушных петель мы связали вот 3 столбика. С тремя накидами еще 3, между ними 11. И далее в той же последовательности, как поднимались, но в обратном порядке мы с вами опустились. Пока я вязала, обратила внимание на то, что у меня вот в этой части, видите, здесь у нас 12 столбиков. И как их распределяешь, мне кажется, что все-таки они несколько, много. Поэтому я рекомендую вам тоже, если вы вяжете такой квадрат уже для скатерти, отрегулируйте. Может быть, нужно не 12, может быть, достаточно будет там 10 или 11 столбиков, да, без накида, для того, чтобы был более ровный у нас мотив. И хочу сказать, что в принципе квадрат у нас с вами окончен. Мы его окончили вязать. Вот он у нас вот такой. Просто теперь, когда мы с вами вяжем второй квадрат, у нас идет присоединение. Давайте мы с вами посмотрим. Вот наше соединение. Как вы видите, вот у нас сторона нашего квадрата готова, а вот та сторона квадрата, которого мы как бы будем вязать для того, чтобы присоединиться. Как вы видите, мы присоединяемся. 1, 2, 3, 4 в 4 или в 3 столбиках. Ну, я думаю, что в 4 столбиках с тремя накидами мы присоединились.
Мы с вами соединяемся вот в арочке из 5 петель по центру. Мы с вами соединяемся вот в арочке опять-таки из 5 петель. Видите, соединяемся. Здесь опять в арочке. И заканчиваем соединяться 4 столбика. И в углах. То есть, если мы посмотрим с вами на уже готовый квадрат, то мы соединяемся с вами в углу. Соединяется 1, 2, 3, 4 столбика. Вот эти вот наши. Вот будет 4 столбика. Затем мы соединяемся с вами в этой арке. Мы соединяемся с вами вот в этой арке. В этой арке 4 столбика. И в этой арке. И таким образом мы соединяем с вами наши квадраты. И можем получить, да, подушку. Можем, в зависимости от того, какого размера у вас крючок и толщина нитки, такой у вас получается квадрат. У меня квадрат получился большой. Могу замерить. Он у нас получился. Вот если мы проверим, видите, 20 сантиметров. 20 сантиметров, 20 на 20, достаточно большой. Допустим, если мы делаем подушку, то нам 4 квадрата будет вполне достаточно. У нас по схеме есть еще с вами вот такая вот, когда мы с вами соединяем, в любом случае, и скатерть, или подушка, нам нужно будет обвязать наш готовую уже как бы часть нашего изделия, да, придать ей уже оконченную форму. Вот у нас есть обвязка. Сейчас я, наверное, поговорим мы с вами, как мы это с вами обвязываем, и сделаем одну сторону нашего квадрата вот такой вот обвязочки. Итак, если мы с вами решили обвязать наш квадрат или какую-то сторону квадрата, ну, я для того, чтобы не обрывать нить, перешла на центр. Вы же можете начинать с любого края, а там, откуда у вас идет, то ли, может быть, с этого или с этого, ну, постепенно вы поймете. Сейчас я вяжу 4 столбика, 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Давайте посмотрим схему для того, чтобы было более понятно. Вот мы с вами в этой точке. Мы сделали вот 4 петли подъема, которые замещают столбик. Ну, плохо видно по схеме. Я думаю, столбик с тремя накидами. И далее у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каждом из этом пролете у нас по 6 воздушных петель. А вот высота столбика у нас может меняться. Здесь вот у нас 3, то есть 2 накида. Здесь у нас может быть 3 накида. Здесь опять 2, допустим, 2, здесь 1 накид. И в повороте, если мы посмотрим в повороте, тоже, по, допустим, по одному накиду на углу. То есть сейчас я сделала 1, 2, 3, 4 и еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я делаю 2 накида. И вот смотрите, здесь, ну, по схеме у нас здесь с вами 12. То есть как бы в шестую петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6. В центральную столбик мы с вами вяжем столбик с двумя накидами. 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас мы с вами вяжем, вот в эту арочку вяжем столбик с одним накидом. 1 столбик, 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять-таки мы делаем накид, да, и по схеме мы считаем, вот у нас схемка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В седьмой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот столбик с одним накидом. Смотрите, я так думаю, что может быть, я смотрю по схеме, а в реальном действии может быть где-то больше, где-то меньше, чтобы нам получилась ровная линия. Да? Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Может быть, даже здесь и нужно было 2 накида. 5 накид, и мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я думаю, что вот в этом
Нет, здесь у нас как бы показано, что мы с вами делаем вот в этом месте, делаем с вами столбик. Ну, вот так. И опять-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. И в центральную мы делаем 1 столбик. Опять-таки 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. И опять в эту же точку. То есть это угол точка поворота, да, на углу. И далее мы, в общем-то, если у нас второй здесь привязан, значит, мы его продолжаем в сторону. Если у меня поворот, значит, я поворачиваю, обвязываю вторую сторону. Вот для того, чтобы добиться ровной стороны. Итак, я вязала не по всей, не по всему периметру квадрата, а мы только вот свяжем с вами одну сторону, и именно угол как разворачивается. Вы видите, как хорошо начал ложиться наш квадрат за счет того, что пошла вот обвязка, да, и будет соединение с другими квадратами. Мы с вами сделали столбики, чередуя, оговаривали, и потом мы начинаем эти все вот эти арочки, которые у нас. Сейчас мы посмотрим. Видите, каждую из этих арочек, которые у нас по 6 воздушных петель, мы связали 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нас столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в столбик. Единственное, что только вот в этой в самой петле, вот в этой петле, мы вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель и 5 столбиков. И опять переходим на сторону, где у нас есть вот эти вот окошки, как я говорил. Когда мы выполнили с вами такой ряд обвязки, да, я буду поворачивать вязание, выже у вас будет идти по кругу, если вы, допустим, вяжете подушку. Теперь вот, если мы посмотрим на схему, то у нас идет вот этот вот ряд. Видите, вот наши столбики, которые мы вязали. И, допустим, вот центральный столбик совпадает с этим столбиком. Мы вяжем с одной и с другой стороны этого столбика тоже еще столбики. Итого получается у нас 5 столбиков чередуется с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а не даже 8, тут написано число, 8 воздушных петель. То есть, к примеру, вот у нас с вами центральный. Я вяжу 1, 2, 3 накид и еще 2 столбика. Вот один столбик и второй. 8 петель. 1, 2, 3, 4. Ну, правда, у нас сейчас с вами угол идет, да? Вот у нас угол. 1, 2, 3, 4, 5. Да, тоже 8. Тоже 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. А угол мы оформляем вот как. В два последних столбика мы вяжем столбики с накидом. Не получился. Вот один. И второй. А в саму вот эту петельку мы вяжем с вами 3 столбика. 1, 2 и 3. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И с другой стороны этой петли опять 3 столбика. 1, 2 и 3. И 2 столбика уже на сам ряд переходим. 1 и 2. Теперь у нас 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мы ищем с вами, это у нас угловая часть, то есть вот это, как бы вот этот столбик, относительно которого мы с этой стороны вяжем 2. Накид. Вот один.
вот второй, вот прям столбик в столбик, и еще два столбика. Далее все понятно, то есть идет чередование столбиков и арок из 8 воздушных петель. Угол. Мы с вами получили наши вот 5 столбиков и арки. То есть мы через одну вот столбики нижнего ряда мы пропускаем и вяжем набор и арку. Теперь нам нужно это все обвязать. Посмотрим схему. Вот обвязка. Это наш последний ряд. У нас составляет из таких вот вееров из 4 столбиков плюс вот такое как бы замысловатое пико петля. Я уже связала небольшую часть. Вот у меня есть. Так как, будем говорить, нет начала и конца, вы сами определитесь, где у вас будет начало, где будет конец. Я, в общем-то, просто акцентирую внимание, как это должно быть. Вот смотрите, у нас с вами есть столбики. Вот они, наши столбики. Да? И, как бы говоря, в первом и в последнем столбике мы будем с вами вязать вот эти вот веерочки такие из 4 столбиков с одним накидом. И соединяться вот в саму арочку из 8. И в этой арочке мы будем делать пико. И между нашими веерами тоже будем делать пико. Давайте я немножко подраспущу. И угол я покажу немножко позже, потому что это тоже очень важно. Вот, к примеру, наш первый столбик из нижнего ряда. Я связала один столбик. Я вяжу второй. Вяжем с вами третий и четвертый столбик. Теперь я вяжу 1, 2, 3, 4. Замечаем петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Замеченную петлю я вяжу соединительную столбик. 1, 2, 3, 4. Накид. Вот мы с вами связали в первую, теперь мы вяжем в последний столбик. Опять-таки 4 столбика. 4 столбика с одним накидом. Да? Один столбик. Вот второй. Третий. И четвертый. И четвертый. Вот он у нас есть, четвертый столбик. Но у нас дальше идет с вами вот эта арочка. Мы отсчитываем центр. Здесь 8, да, 1, 2, 3. Я в третью, 1, 2, 3. В третью петлю я захожу, вяжу столбик без накида. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И в четвертую я вяжу тоже столбик без накида. Накид. И вот у нас по ходу движения идет первый столбик. Я в него опять вяжу 4 столбика с одним накидом. Второй, третий и четвертый. Здесь у нас с вами, видите, набор. Поэтому мы будем делать с вами вот это большое пико. 1, 2, 3, 4. Заметили? 1, 2, 3, 4, 5 соединились. 1, 2, 3, 3, 4 накид. И в последний столбик 4 столбика. Дальше я провяжу, и мы посмотрим, как с нами, как вязать уже сам угол. Итак, я обошла, вот видите, всю сторону и дошла до угла. У нас что? У нас с вами вот в первом, вернее, в последнем и в первом у нас с вами столбики. И далее пошел угол. Угол оформляем вот каким образом. Значит, мы сейчас с вами делаем 4 петли, делаем с вами 5 петель для
как бы пико. И еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. Накид. И вот в первый столбик мы вяжем с вами столбик с одним накидом. И в саму вот эту арочку я вяжу 3 столбика. 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. И петлю 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 замкнули. 1, 2, 3, 4 накид. И вот в эту арочку 3 столбика. 1, 2, 3. Столбик в первый столбик. Ну и дальше, как вы поняли, у нас идет петля и продолжается эта сторона. Вот, пожалуй, и все. Мы с вами разобрали абсолютно все. И сам квадрат, и как нам ввязать, допустим, сторону нашей подушки, когда мы ее свяжем, и потом посадить на наволку. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч!